В Балхаше выбрали лучших кикбоксеров. В выходные в городе прошел открытый чемпионат. Выбирали лучших среди спортсменов от 10 до 13 лет. Поучаствовать в турнире приехали и гости из Алматы. Как прошли схватки и кто в итоге стал чемпионом, узнавали наши корреспонденты. Юный спортсмен Аслан Муратхан разминает мышцы в ожидании боя. Сегодняшний турнир – первый в его карьере. Кикбоксингом 10-летний школьник занимается всего год. На чемпионате он представляет ДЮСШ. Это мои первые соревнования, поэтому я очень волнуюсь. Тренер дал указания на бой. Буду им следовать и постараюсь выиграть. Разминку в паре выполняет спортсмен из Алматы Ернар Серик. Отработать удары помогает напарник по команде. В копилке приезжего спортсмена 20 медалей. Сегодня он выступает в весе 27 килограммов. На чемпионат Балхаш мы готовились около месяца. В нашей команде 10 человек. Постараемся сегодня показать хороший бой. Открытый чемпионат по кикбоксингу собрал спортсменов из Балхаша и Алматы от 10 до 13 лет. Около 60 спортсменов разделили на 11 весовых категорий от 27 до 60 килограммов. Пары бились 3 раунда по 1,5 минуты. Сегодняшний чемпионат – это отборочный тур на республиканские соревнования. Побороться с нашими спортсменами пригласили участников из Алматы. Для победителей турнира подготовили специальные призы. По итогам боев первое общекомандное место с 7 золотыми медалями завоевала команда физкультурно-оздоровительного комплекса. Вторыми стали спортсмены из Алматы. В их копилке 5 золотых наград. Третье почетное присудили воспитанникам ДЮСШ. Виктория Буханцева, Акмарал Куатбекова, Руслан Сипен, Уркин Медиа.